нужно починить! Нам приближаются враги. Рада вас видеть, ребята. Помогите мне очистить город от врагов. Всегда рады помочь, мисс Веролю. Говорит председатель Драк. Объявляю для моих преданных сотрудников. Не сумеете уничтожить звездный дозор, вас ждет увольнение из Драка Индастрис. Почему вы до сих пор их не убили? Мне что, кого-нибудь из вас наказать в назидание, чтобы вы поняли, насколько все серьезно? Мефа, отвезите меня! У меня куча болтов. Это хорошо. Но нет разжигателя. Это плохо. Купи его!
Убейте Ломбакса! Ему конец! Эх, велел тебя убить, а он наш босс, так что готовься! Не подходите близко, у него плазма стрел! Патронов нет. Звездный дозор не будет уничтожен, мы не сможем эффективно действовать в этом секторе. Провалы так и потерплю. Есть! Готов! Хорошо стреляешь. Небось, на Вилдине ты о таком мог только мечтать. Давайте, бойцы, вперед! Мистер Узурконус, скучно. Видимо, лёд не является для ломбаксов естественной средой обитания. Очень смешно. Внимание всем бойцам! Наши юристы сказали мне, что по контракту я не могу вас убить или уволить, если вы не справитесь с рейнджерами. Поэтому мы с советом директоров решили подкинуть вам стимул. Бларк, который прикончит галактических рейнджеров, получит путевку по типу «Все включено» на третье кольцо Фуллаваша. Вечеринки, орбитальные круизы и даже кулинарные курсы. С этими лазерными турелями так просто не справиться. Придется поискать обходной путь. Вы идите, а я прикрою. Мы
и окажутся перед ним беззащитны. Где капитан Кварк? Он сказал, у него неотложное рейнджерское дело. Хм, странно. Значит, придется нам всех спасать. С рождения не готов. Давай! На подходе новые отряды! Истин! Зуба! Еще его в смерти! Малый Гургонский! Малый Гургон знает, что будет заниматься как на милости!
Пожалуй, тут нам пригодится лазутчик. Не забывай, всегда можно задействовать функцию автовзлома. Bye.
пожарного дозора включено. Молодец, Рэтчет! Занимай орудие! Я прикрою! Будем сбивать эти корабли по одному! Когда орудие зарядится, открывай огонь! Заряд ионной пушки 75%. Орудие готово! Огонь! Ха, я попал! Ты видел, Кланг? Нет, но поздравляю. Приближается ракета. Готово. Прямое попадание. Заряд ионной пушки 25%. Заряд ионной пушки 75%. Орудие готово! Огонь! Молодец, парень! Они отступают! Есть! Будет знать, как связываться с галактическими рейнджерами! Да! У-ху! Надо возвращаться на корабль. У тебя хватает болтов на разжигатель! Ха-ха! Ты справился, парень! Мы получили сообщение, что остатки флотилии отступают! Эларис, подтверди! Как точно, Бракс! Все оставшиеся корабли возвращаются на кварту. Вы славно потрудились. Согласен. Жаль, что меня там не было. Но мысленно я был с вами. Теперь встретимся и проследуем за Бларгами на кварту. Вас понял, капитан. До встречи. Похоже, это все. Ты хорошо потрудился, Рэтчет? И ты тоже, Кланг. Увидимся на кварту. Грим,
я тут слежу за твоими подвигами и чертовски за тебя рад. Слышь, не помню, говорил я тебе, у меня есть брат на Пакитару. Фелтон звать. Я с ним мало общаюсь, потому что он тот еще лентяй. Но сегодня он послал сигнал о помощи. Он сказал, Дрэк атаковал Пакитару этими своими водосборщиками. Видимо, Бларгам понадобилась их океанская вода. Я хотел связаться с рейнджерами, но Кварк переключал меня на своего агента. В общем, если будет вдруг минутка, может, заскочишь к брату? Спасибо, парень. Горжусь тобой. Может, новое оружие появилось? Я задам новые координаты. Отряду Альфа. Пора обеспечить нашей новой планете лучшие запасы воды в галактике. Запускайте водосборщики и выжмите эту планету досуха. Вы слышали? Запускайте все водосборщики и высаживайте десант. Если кто-то потерялся к машинам, полети их. Водяные резервы по Китару оказались в опасности. Рэтчет и Клан должны были уничтожить водосборщики Дрэка, иначе бы этот тропический рай превратился в иссохшую пустыню. У тебя куча болтов! Чтоб меня в панировку обмакнуло да кривозубу скормило. Грим говорил, что дружит с Ломбоксом, а я не верил. Первый раз в жизни Ломбокса вижу. Ты, значит, Рэтчет? Жутковато. Такое сходство, это как-то... Ага, жуть. Грим попросил нас помочь вам уничтожить водосборщики Дрэка. Чтобы уничтожить эти штуки, нужен апгрейд вашего корабля. И как раз сейчас на Комик-Кон прибыл самый крутой спец по апгрейдам. Я отведу вас к нему. С тех пор, как бларги начали вторжение, тут полно этих пуфоидов. Они гадкие, но вкусные, если знаешь, как готовить. Это телеспрут! Готов! Эй, Алиха, ты его! Это мой брат тебя такому научил! Вообще-то планировал порыбачить, а тут заявились эти водосборщики и все испортили. Долго добирался? Уже почти 10 лет. И вот только-только рыба хорошо ловиться начала. Пошли! Ну вот, опять пуфоиды. Вы вдвоем с ними справитесь, а то я рыбачу лучше, чем дерусь. Ну вы поняли. Вот класс, патронов нет.
Вроде бы это все. Идемте. Еще один отряд. Видите, вон там водопад торков. Мы с Гримом каждые выходные забирались на самый верх, искали золотые болты и все такое. А потом однажды я наспор спустился вниз в бочки, и наш папашка так взбеленился, в жизни его таким не видел. Славные времена! Все, идемте. Как там старина Грим-то поживает? Мы как переехали сюда из Поляриса, от него мало что слышно. У него свой гараж вроде. Да, на Уэлдене. Небольшой, но клевый. Мы занимаемся конверсией двигателей, протонной чисткой и все такое. А теперь ты галактический рейнджер, и Грим тобой гордится. Если честно, не знаю. Я должен был помочь ему с протонной чисткой, но пришлось уйти раньше времени. Надеюсь, он не очень зол. Да ничего с ним не будет. Вы ведь защищаете галактику. Это ж тебе не протонные чистки. Мой друг недалеко отсюда. Он сумеет вам помочь. Прекрасно! Мост убран! Эти бларги мне точно всю рыб... Спасибо! Идем! Уже недалеко! Ой-ой-ой! Дело плохо. Бларги добрались до города. Похоже, пуфойды задали им серьезную трепку. Нам не добраться до моего друга, пока здесь наземные войска. Сейчас. Оставайся здесь. По-моему, это был последний. Где-то поблизости есть еще один переключатель. Нужно задействовать его, чтобы Фелтон смог перебраться. Узуркону скучно. Беги, спасайся! Как мистер Узуркон? Ради таких моментов мистер Узуркон не берет. Вернись! Ты забыл активировать мост! Иду! Извини, я малость не в форме.
Смотри, вон там караоке-бар по Китару. Если повезет, как раз там-то мы и найдем моего друга-инженера. А кто ваш друг? Ребята с моего форума зовут его Большим Элом. О, мы его знаем. Встречались в Алира Сити. Прикольный чувак, но странный. Ага, это про него. Зато лучше Элла никто в апгрейдах не смыслит. Вот класс. Патронов нет. Чудесно! А теперь заходим! Эй, Эл! Можешь открыть? И какой же пароль? А, не заставляй меня говорить это вслух! Вам лишь? У меня тут альбома «Флекс-Телеон». И я могу перепеть песню за песней. Ладно, ладно. Да славится Большой Эл-завоеватель. Так-так... Слава его колдуна 20 уровня горит ярче, чем четвертая звезда в созвездии Большого Юлия. Эй, Рэтчет, Кланк! Да чего тесна галактика? Как поживает леди Кора? У нее все нормально. Слушайте, нам нужно избавиться от этих водосборщиков. Можете проапгрейдить наше бортовое вооружение? Всегда рад помочь галактическим рейнджерам. Как насчет комплекта тослобоев? Там поляризованные электроизлучатели, повышающие движущую силу на 128,7%. Даже раритановый корпус пробивают. Похоже, это как раз то, что нам нужно. Идите вперед, мы вас прикроем. Попробуй, бою готов! Не торопись! Времени куча! Ого! Теперь ты даже чересчур силен! Вот это называется улучшить по максимуму! Эти бларги начинают меня реально доставать. Я готовился выступить с докладом, почему все голофильмы по комиксам отстой. Ожидались самые популярные блогеры. Я, Стюарт Зёрга, Обсидия Ван Шмут. Здесь была Ван Шмут? Серьезно? Я ее обожаю. Она все ненавидит. Нет ни одного фильма или игры, на которые она бы не написала разгромное ревью в комментариях. Чтобы так лихо критиковать, нужен талант. Прибыли в пункт назначения. Thank you.
на месте. Ну что, заглянем под капот и поставим вам эту оружейную систему. Переустанавливаем оружейное ПО, перезагружаем систему. Все! Обнаружен комплект теслобоев. Удачной охоты! Чего ты ждешь? Уничтожь эти водосборщики! Напоминаю, обычные боеприпасы против водосборщиков неэффективны. Используй теслобои. Сбивай тарелки бларгов. Из них выпадают боеприпасы и наноботы. Получилось! У нас почти кончились теслобои. Вот клад. Нам нужны ракеты. Сосредоточь огонь на тарелках бларгов. Боезапас восполнен. Нужно использовать теслобои. Все системы восстановлены. Они вот-вот нападут. Делай бочку! Все системы восстановлены. Изумительно! К слову, если понадобятся еще апгрейды, обращайтесь ко мне. Как насчет ускорителя? Я только вчера ночью загрузил чертежи. Выглядят классно. Он бы нам пригодился. Калибрую авиационный порт. Обновляю программу. Обновляю. Все еще обновляется. Готово! Все, забирайте! Вообще-то, чтобы летать на таких красавицах, нужна лицензия класса Б. Ну ладно, вы же галактические рейнджеры. Это поможет тебе добраться до насосных станций. Защитный барьер отключен. Возможно, теперь мы проберемся на насосную станцию. О, какая жуткая вонь! Будто гниющая слизь, а не Бойда. Спорим, бларги припрятали здесь свою добычу? Ха-ха-ха!
ты думаешь про этот гидробуёк? Что ты думаешь про этот гидробуёк? Рэтчет не старался, дышать под водой он не мог. На подходе новые амебоиды. Вот класс, патронов нет. Свободен. Ну
Кислородная маска. Наконец-то я могу дышать под водой. Готов нагрянуть в гости к Дреку?